Это, я так понимаю, криостат или... Или не понимаю. А, хотя, ну, вот здесь же написано. Или не написано? Ну да. А, сделано в Китае. Где-то что-то было написано. Да. Ну, криогенные приборы, ясно. А, то есть это сделано в Китае. Стол. Вот такой оптический стол. Да, вон на таких пневматических ножках. Вон там еще стоят какие-то компрессоры. Видимо, для... Я не знаю, что для пневматических ножек, наверное. Но, как сказал Миша, в Дортмунде, где работали многие наши сотрудники, вот там оптический стол в два раза больше. Хотя я думал, что этот стол большой. Ну ладно. Вот такие дела. О, точно, надо селфи еще сделать.